Карусель Московии. Под таким названием в Люберцах прошел 13-й Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца. Этот масштабный фестиваль проводится каждые два года, вот уже четверть века. Хореографический ансамбль народного танца города Люберцы, победитель международных и всероссийских конкурсов. Таня Боголюбская в танцах уже 9 лет. Пробовала почти все направления, однако русские народные из раза в раз заставляют по-особенному биться ее сердце. Это жизнь, вот сейчас это основное. Я со школы прихожу и быстрее бегу на танцы. В этот раз на сцене Люберецкого дворца культуры выступили 800 участников из 31 коллектива со всей Московской области. За первый конкурсный день зрители увидели более сотни танцев. Все они русские народные, представляющие разные регионы нашей страны. Лет «Карусель Московии» собирает на сцене лучшие народные коллективы региона. Фестиваль проводится каждые два года. Первый – конкурсный, второй – гала-концерт. Участие в этом ярком зрелищном шоу с народным акцентом – дело почетное. Этот конкурс очень специфический. Он же русского народного танца. Это не просто танцы. Поэтому, значит, вот коллективы готовятся два года к этому конкурсу. И далеко не каждый бывает, что новые танцы. У нас есть условия, что два фестиваля мы не повторяем предыдущие танцы. Возраст участников от 10 лет и старше. Свои способности танцоры показали в трех номинациях: танцы под фольклорное сопровождение и танцевальные миниатюры. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.